Уже после общения с волонтерами Владимир Путин там же, на стадионе, который был построен специально к мировому футбольному первенству, провел совместное заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета чемпионата мира. Речь шла об итогах турнира. Глава государства отметил, что подготовка к нему длилась 8 лет и потребовала серьезных вложений и усилий миллионов людей. Теперь вся созданная инфраструктура будет служить для жителей страны. Зашел разговор об использовании технологии Fan ID. По словам президента, этот опыт можно использовать и в дальнейшем для безвизового въезда в нашу страну. На совещании Владимир Путин также предложил учредить медаль чемпионата мира 2018 года и еще раз поблагодарил российскую сборную за красивую игру. Особо отмечу добротную, бескомпромиссную игру нашей национальной сборной, подарившей российским болельщикам долгожданную радость побед. Вам спасибо большое. Надо прямо сказать, что и главный тренер, весь тренерский штаб, вся система обеспечения, да и сами ребята сражались, все, именно все сражались очень достойно. Были настоящей командой. Важно сохранить боевой настрой и сплоченность. Впереди Лига наций УЕФА и Евро-2020. К этим играм надо готовиться так же, как и к чемпионату мира. И не только футболистам и тренерам. Напомню, ряд матчей Лиги наций и Евро пройдут в России, в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Ростове-на-Дону и здесь, в Калининграде.